Друзья, всем привет! На связи снова семья Селезневых, Владимир и Олеся. Друзья, привет. Меня переполняют эмоции. Друзья, мы очень сильно воодушевлены, потому что сегодня 31 июля 2017 года, и это последний день закрытия месяцев в нашей компании. Друзья, опережая события, могу сказать, этот месяц ну просто волшебный, потому что я знаю, многие партнеры других компаний говорят, ну что вы, в нашей компании это самый непродажный месяц. У кого-то отпуска, у кого-то грядки и так далее. Но наш бизнес, друзья, очень сильно растет. И мы удовлетворены тем, что уже на текущий момент закрыты многие новые квалификации в нашей компании. Есть люди, которые перешагнули ступень успеха по маркетинг-плану нашей компании на несколько шагов вперед. Сегодня мы хотим еще раз, друзья, обратиться именно к вам. В чем же секрет нашей команды? Да? Почему на фоне общего спада у нас есть рост? Мы не только не упали в объемах, мы их увеличиваем, хотя развиваемся в таких же условиях. Друзья, самое важное — правильное отношение к бизнесу и правильное закрытие квалификации. Да? Сегодня последний день месяца, когда закрытие, он самый волнительный, потому что мы в предвкушении роста новых партнеров, закрытия новых квалификаций. И очень важно выложиться на все, я не знаю, 250% так, как делаем это мы. Мы также оформляем сегодня новичков, проводим акции новичка, добиваем какие-то свои квалификации, помогаем партнерам. И здесь очень важно отнестись с пониманием именно к командной игре. Очень часто бывает так, что я новичок, я сделал 3%, и кажется, что у меня еще есть пару флакончиков, да, которые мне заказали, но я их проведу в следующем месяце. А вдруг мне не хватит на следующий месяц, и я не сделаю 3%. Скажите, да, посещают такие мысли? Вот очень важно не зажимать баллы, а проводить все то, что есть сегодня, здесь и сейчас. Если рост здесь есть, сегодня, здесь и сейчас, он будет и завтра, и послезавтра при правильном отношении к бизнесу. Возможно, сегодня тебе эти 20, там, 1-2 флакончика, 20 баллов не сыграют никакой роли. Но всегда помни, что есть спонсоры, которым эти баллы могут, ну, вот так вот быть необходимы. И если ты сегодня поможешь своему спонсору, своей спонсорской линии, это может быть даже не вышестоящий спонсор, а может быть там 10 голов выше, да, но потом эта спонсорская ветка сыграет на тебя такой колоссальный рост, когда он тебе будет нужен. И сыграет колоссальный рост твоя команда. Вот если ты сегодня, здесь и сейчас примешь решение строить этот бизнес максимально, так же будет делать твоя команда. Если ты сегодня не промотируешь спонсора, не делаешь на него построение, если ты зажимаешь баллы, поверь, то же самое ждет тебя в команде. И когда тебе нужны будут баллы, ты столкнешься тем же самым. Поэтому, друзья, наш пример, он ну просто ошеломительный, да, и мы рассказываем, как делали это мы. Мы были месяца, когда проводили акции новичка в 12 часов ночи, потому что знали, что кто-то из нашей вышестоящей спонсорской линии делает сапфира. И мы это делали командой, потому что командный результат, он работает на ваш результат. Люди приходят в команду. Когда вы только пришли в бизнес, что вы можете сказать? Я пришла, я в бизнес, пошли ко мне, а человек скажет, а почему я должен к тебе прийти? А вот когда вы пиарите команду и говорите, у нас вот такой рост, у нас вот столько автопрограмм, у нас вот столько вот таких квалификаций, то люди в успех всегда хотят прийти. Поэтому, друзья, выкладываемся на 280%, и я верю в успех каждой из вас. С надеждой на тебя, с надеждой в самое лучшее, в веру в компанию, в веру в команду. Семья Селезневых, давайте закроем этот месяц максимально достойно, чтобы все сказали «Вау!». Мы запускаем волну сегодняшнего дня. Помоги команде, помоги своим спонсорам закрыть его квалификации. Поэтому даже если вы уже провели все свои баллы и закрыли свои квалификации, давайте соберемся, и кто проведет 1 балл, кто-то 3, кто-то 10 баллов, да? И обязательно пишите в чате, кто сыграл в командную игру, потому что именно команда покажет, какой у нас командный дух, и команда обязательно отдаст вам сполна обратно, когда вам понадобятся эти квалификации, особенно на высоких уровнях. Друзья, мы верим в вас, мы верим, что вы, каждый из вас, ключевой игрок в нашей команде, и мы это сделаем. Всем до связи. Всем пока. С вами была семья Селезневых. Пока-пока.